Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя. Сегодня у нас будет с вами очередная большая распаковочка. Так что запаситесь чашечкой чая или кофе и чем-то вкусненьким. Всем приятного просмотра. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди вас ждет много чего интересного. Итак, поехали! Так, открываем первую посылочку. Тут мне пришли гель-краски, а также гель-лаки от RS Nail с магазина MRO Story. Раньше я уже делала заказ в этом магазине, там были совсем другая серия гель-лаков. Вот решила попробовать вот такие. Вот это уже белые такие. Сейчас мы посмотрим, какие цвета мне пришли. Вот тут указано цвет под номером 134. Знаешь, что тут указано на коробке. Вот тут есть дата изготовления. 14.06.2019 год. И вот этот... Есть состав. Давайте посмотрим поближе. Ну, красивые, презентабельные баночки. Вот состав. Кому интересно поближе. Пятнадцать грамм, 18 месяцев. Ну, вот такая баночка. Очень быстро мне пришло, где-то 3 недели, и они у меня. Итак, ну пишите, конечно, комментарии, как вам эти гель-лаки. Вот какой нежный, пурпурный такой цвет. Красивый, да? Кисточка ровная, консистенция такая маслянистая, баночки. Вот столечки. Вот так столечки. По плечике почти. Это цвет под номером 134. Дальше следующий, это цвет под номером 093. Сейчас мы с вами сделаем выкраску этих цветов. 093, состав такой же. Девчонки, какой красивый. Фиолетовый такой, яркий цвет, классный, очень яркий. Запах не резкий, слабый запах, баночки полные. Ну, конечно, 15 миллилитров достаточно много, надолго хватит. Следующие это 243. Нравится мне всегда, что это такой дизайн красивый. И, конечно, коробки. Отдельно защита. 243. Еще на крышечке указано. Это идет очень такой красивый, с мелкими блесточками. Такой малиновый, темный цвет. Очень такой красивый. Посмотрите, какой он, девчонки, плотный. Достаточно одного слоя. В один слой. Просто замечательно. Быстро самовыравнивается. Хороший цвет. И на просушку в лампу на 30 секунд. Главное, плотный. В один слой замечательно. 243. Следующий цвет. Это у нас 093. Такой яркий фиолетовый цвет. Ссылочки вам обязательно оставлю. Цвета есть на любой вкус, по нраву, что кому нравится. Ну, этот тоже, девчонки, плотный. Посмотрите. Также в один слой замечательно. Красавчики просто. Что-то я много взяла на кисточку. Как видите, он самовыравнивается. И на просушку в лампу. У меня лампа Sun One, кто не знает, конечно, кто меня смотрит, знает, что я люблю эту лампу. Она у меня уже давно,
Все материалы она сушит. И цвет 134. Этот цвет очень такой нежный. Посмотрим, насколько он плотный. Так как мы все знаем, что светлые цвета капризные. Мне нравятся светлые цвета от Girl to Girl. А также от Beauty Luxe. Хорошие. Этот, ну, этот также ничего, девчонки. Плотный цвет. На один средний слой или на два тоненьких будет нормально. И цвет очень такой красивый. Такой пурпурный. Ну, конечно, цвет на любителя. Такой нежный, нежнятинка такая. Фокус. Вот. В один слой на типси просто замечательно. И на просушку в лампу. И буду я сушить 30 секунд. И покрою я топом от Beauty Luxe. Фирма Beauty Luxe также мне нравится. Я обзор на гель-лаки от Beauty Luxe сделала в предыдущем своем видео. Можете посмотреть. Люблю я их топ. И сейчас мы покроем, пока сушится. Давайте посмотрим, какие мне пришли гель-красочки. Гель-красочки — это новинка продавца. Баночки маленькие, по 5 миллилитров. Цвет у меня под номером 17 и под номером 33. Так. Так, небольшую дырочку сделаю, так чтобы не пачкалась баночка. Такой, такой болотный цвет. Вот. Серый, не то голубой, интересный цвет. Сейчас мы выкрасим. И следующий под цвет под номером 017. Вот такие цвета есть продавца. Так. Это... Вот. Так, возьму я свою кисточку, брала из набора двоечку. Вот такая у меня подставка под кисти удобная. И выкрасим. Да, еще типса надо взять. Цена на эти гель-лаки... Это идет как гель-краска бюджетная, что-то доллар. Этот красный, цвет под номером 17. Посмотрите, насколько она плотная. Очень плотная. Ну, плотная краска. Также в один слой ложится замечательно. Конечно, гель-краска — это на любителя. Но цена идет подешевле. Самовыравнивается. Плотная. Главное, что она плотная. Баночки маленькие, 5 миллилитров. Мало, маленькие. Посмотрите, какая она плотная. Цвет такой красивый. Болотный такой, не то серый, не то голубой. Продолжаем распаковочку. Мне пришли очки в оправе под цветом золота. Я уже раньше делала заказ, только цвет был под серебро. Дальше. Ссылочки я вам оставлю. Следующая посылочка. Так, тут мне пришло. Тут мне пришли вот такие стразики, девчонки. Люблю стразы. У меня уже их много. Вот такой красивый голубой цвет. Посмотрите, какие они красивые. У продавца есть разные цвета. Это вот такой голубой. Идут от маленького размера к большому. Наборчики. Цвета есть разные у продавца. Следующая посылочка. Это мне пришли накладные реснички. Так как я их использую, не делаю наращивания, а использую вот такие реснички.
Вот, поближе вам покажу. Они для меня немножко длинные. Я их подрезаю и на клей. Клей я также заказала себе. У нас сегодня в распаковке он будет. Дальше. Следующая посылка. Это мне пришел набор фрез. Конечно, фрез также не бывает много. Тут хороший наборчик. Там есть три разные наборы продавца. Я себе заказала под номером 1. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Да, вот такие фрезы. Это идет для очистки фрез. Такая фреза. Это идет шлифовщик. Это корундовая фреза. И такая маленькая фреза. И эти такие пуля, игла, шарик. Ну, напыление у них хорошее. Я уже делала заказ фрез, мне не понравились. Еще себе заказала вот такой наборчик. Еще раз повторюсь, там есть разные наборы. В зависимости от фрез. Посмотрите, ссылки я вам оставлю. Это вроде бы под номером 1. Конечно, набором дешевле получается брать, потому и взяла набором. Дальше следующая посылочка. Это себе заказала вот такие розовые. Вот. Интересные, классные. Да, если сравнить, напишите, которые вам красивее, синие или розовые. Дальше. Следующая посылочка. Что тут мне пришло? Вот. Все хорошо упаковано. Это мне пришла вот такая пластина для стемпинга. Я думаю, что сегодня мы с вами ее в конце видео протестируем обязательно. Так что смотрите видео до конца. Кому интересно тестирование. Adjoy. Люблю эти пластины. Пластиночка под номером 40. Это идет с новинок. Вот такие классные бабочки. Наслоение, многослойка. Кто любит бабочки, тогда да. Дальше следующая пластина. Это мне пришли вот такие наклейки с девчонками. Там продавца есть разные наклейки, они бюджетные, что-то доллар. Вот такие, если сравнить с ноготочком, да. Нормальные, короче, наклейки. Мне они подойдут. Тут есть инструкция. Это идет 3D наклейки. Не водные, просто отклеили и наклеили, и все. И дизайн уже у вас готов. Дальше следующая посылочка. Это как раз я говорила, что у меня клей идет. Это мне пришел клей. Немножко я разочарована. Как видите, он потек тут. Я даже открывать не буду. Видно, да? Пролился. Плохо продавец его упаковал. Сейчас посылка. Это мне пришли бульоночки. Это металлические бульоночки. Сейчас я их открою. Магнитик возьму. Вот, видите? Классно, да? Поиграться. Разные цвета, потому их заказала. Тут, видите, есть и такие темные, и медные, и золотые, и серебро. Набор, и у них, если просмотреться, разные диаметры. Маленькие вот эти. Эти идут побольше. Ячейки рабочие. Вот такие бульонки. Эти, конечно, интересные такие. Под гранит. Какие цвета. Так, магнитик уберу. Он больше не нужен. Так, продолжаем распаковочку. Следующая посылочка. Это мне пришли наклейки. Вот, сначала я брала вот эти, потом заказала еще эти. Но они мне пришли вместе, как видите. Это идет уже
осенние наклейки, такие красивые ежики тут, грибочки, лисички. Короче, как раз на осень, почему бы и нет. Это также идет 3D наклейка. Получается, что их легко клеить. Дальше следующая посылочка. Это как красота. У меня сегодня вообще крутые посылочки. Все мне нравится. Такая красивая фольга. Посмотрите, цветочки с надписями. Вот это с надписями мне нравится. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Интересная фольга такая, разноцветная. У меня в предыдущих распаковках также были наборы фольги. Сейчас я вам их покажу. Может быть, кому-то они подойдут. Вот такие красивые цветочки. Очень нежные, такие воздушные. Дальше. Ну, вот такая расцветка. На любой вкус продавца есть. Это из новиночек. Длина где-то метр. Короче, надолго вам хватит. Сейчас я это соберу и покажу я вам еще ту фольгу, которая была в предыдущих распаковках. Вот такая. Вот такая небесная. Звезды. Классная. И вот такая мандала. Ссылочки на все я вам оставлю. Если вам интересно посмотреть, как с ними работать, в предыдущем видео я их отпечатывала. Так как видео и так получается слишком длинное, я обещала вам протестировать пластины. Мы будем с вами тестировать пластины. И дальше вот такая посылочка. Это мне пришли новиночки пластин от Uprego JR-ки. Мои любимые пластины. Вот такие звезды. Разные созвездия. Лео, Лев. Я родилась под знаком зодиака Лев. Пластина под номером JR-193. И дальше такая летняя пластина. Пальмы. Вот. Попугай. Коктейли. Мандаринка. Лимончик. Арбуз. Банан. Вот такая летняя пластиночка. Ну, мы с вами их сегодня протестируем. Обязательно. Так, первая пластина. Это под номером 191. Перед работой с пластиной обязательно я ее обезжириваю. С обычным лаком всегда надо быстро работать, так как он быстро сохнет. Конечно, рисунки плотнее получаются с лаком для стемпинга. С обычным лаком они идут не такие четкие. Вот. Но все же рабочая пластина с обычным лаком. И сейчас я возьму лак для стемпинга белого цвета и сравним их. Вот Born Pretty мой любимчик. Возьмем вот вторую пальмочку и сравним два рисунки. Ну, конечно, если вы не имеете лака для стемпинга, лаком обычным также хорошо справится пластина. И возьму я гипсу синюю. Вот вся испачкалась. И сравним рисунки. Это идет обычный лак белый. Это лак для стемпинга. Конечно, лаком для стемпинга все круче получается. Попугайчики. Такой большой. Гравировка хорошая.
ножницы. И на типсу. Вот такую белую возьмем. Конечно, этот штамп неудобный, потому что не видно, куда что ложишь. Этим лучше работать. Вот, но он очень классный, липкий. Вот такой у меня рисунок получился. Да, все отпечаталось, только не очень плотный цвет. Так как обычные лаки пигментации хорошей не имеют. Вот. Для более лучшего эффекта, конечно, лучше использовать лаки для стемпинга. И давайте возьмем серебро, еще один рисунок. Давайте вот эти фруктики. Люблю летом фрукты на ноготочках. Ярко смотрится. Да, все хорошо. И на типсу. Вот, все замечательно. Сводчи у нас получились пластина 191. Следующая 193 пластина. Все снимаю вместе с вами пленочку. Очень мне они, девчонки, нравятся. Посмотрите, как все четко, такие тоненькие линии, и все просто замечательно. Да. И надпись даже. Немножко я неудачно это все сделала. Хвостик у меня остался. Посмотрите, надпись Лео. Все замечательно видно. Поближе, как видите, два отпечатка я сделала вместе. Лео и Вирго. Все четко видно. Хорошая гравировка, девчонки. Вот, видите, все четко. Вот. Еще второй отпечаток сейчас сделаем. Все просто замечательно. И в центре месяц. Да, посмотрите. Насколько все четко. Такие маленькие буковки, все отпечаталось. Просто супер. Так, еще перенесем это все. Вот так. И приступим к следующей пластине. Это у нас будет пластина. Ой, извините. Большая, вот такие бабочки. Так, вся испачкалась. Да, это все лишнее можно убрать ватной палочкой. Вот такой рисуночек. Еще черную бабочку сделаем. Давайте попробуем многослойку. Вот эту такую интересную. Thank you.
четко. На типсу. Вот такой штампик, чтобы видно, куда было ложить. Вот, уже ярко смотрится. Вот такой результат получился. Конечно, можно другие цвета сочетать. Я взяла серебро, черный и белый. Такая у меня нежная бабочка получилась. Надо было брать красный. Давайте я еще сверху нанесу красный, посмотрим. Красный у меня от Bored Pretty. С красным, конечно, будет ярче смотреться бабочка. Вот. Главное, что можно сочетать любые цвета. Вот. Давайте еще одну сделаем. Начну я, конечно, уже с красного цвета, чтобы у нас было поярче. Давайте вот эту большую, то есть целую бабочку. Там была профиль бабочка. Это будет у нас целая. Так, на типсу. Вот, уже красиво. Еще сделаем белым прорисовку. Нет, мне кажется, что белый вообще забьет эту бабочку. Стразами также будет красиво сочетаться. Что-то оно очень забитая. Так уже совсем по-другому. Фокус. Вот такие свечи, девчонки, у нас получились с этой пластинкой. Можно играться и играться. Вот такие у нас сегодня были пластинки на тестирование. Вот, поближе вам и сниму. Вот такая у нас сегодня была мега распаковочка. Ссылочки на все товары я вам оставлю под видео. Понравились пластины, хорошие они. Все отлично работает. Фольга классная, гель-лаки также плотные, в один слой достаточно. Посмотрите, какие красавчики. Стразики. Короче, ссылочки на все я вам оставлю. Думаю, что-то найдете для себя. Всем спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А также поддержите меня подпиской на моем втором канале. Ссылочки на второй канал будет в описании под видео. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, красивых и здоровых вам ноготочков. И всем вам до новых встреч!